Вернемся к вопросу электробезопасности. Дивавтомат на входе этой системы номиналом C25. Проводка сделана 2,5 квадрата. В принципе, для такого провода 25 ампер – это нормально. Проблема заключается в том, что дивавтомат или просто автоматический выключатель имеет очень высокую инерционность. Для того, чтобы он отключился от перегрузки, допустим, когда перегрузка 1,5 раза, ему нужно довольно много времени. Но на помощь приходит ограничитель мощности, который будет работать в режиме автоматического выключателя. Смотрим, как это происходит. Номиналы выставлены ровно на 6 кВт. 6 кВт система должна пропускать. Допустим, произошла перегрузка. Добавляем ток. Вот загорелся ограничитель. 27 ампер – это много. Стоит 10 секунд. 10 секунд должно произойти отключение. Все, нагрузка снята. Эта система позволяет четко ограничить мощность на проводку в квартире и в принципе не позволит перегреть ее. Если мы говорим про автоматический выключатель, эта система уже прошлого. Ограничитель мощности – это интеллектуальный автоматический выключатель. Пройдет 30 секунд, и он возобновит подачу. Но мы не сняли перегрузку, надо срочно ее снимать. Как только мы снимем перегрузку, система сама уравновесилась, и вот это вот моргание, оно будет 30 секунд. 30 секунд – это просто система контролирует сама себя. Данная система является практически универсальной защитой. Дивавтомат защищает от тока утечки, от короткого замыкания, от перегрузки. Ограничитель мощности защищает от превышения потребляемой мощности, делает это точнее, чем дивавтомат, практически дублирует его на всякий случай, но самое главное, он работает по перегрузкам гораздо быстрее и четче. Кроме того, ограничитель мощности защищает от падения напряжения и от превышения. 260 вольт система отключится. Эта схема чуть-чуть больше, чем мы привыкли. Обычно автомат и все. Но автомат и все – это как раз и есть причина пожара. Нормальная электропроводка, современная, должна выглядеть примерно вот так. На своей безопасности, на безопасности своих близких, а также своего имущества экономить не стоит. Скупой платит много.